Небольшой сюжет об этом чуде техники. 5 ампер часов, аккумулятор. Надеюсь, видно, да? Вот нагрузка. Ну, просто показываю, что он ее спокойно тянет. Вон. Искрит. Все, поехали. Да? Сразу цвет поменялся. То есть это примерно 50 ватт, две светодиодные лампы. Плюс датчик температуры. Напряжение, ну тут видно, наверное, плохо. 29,2 вольта. Сейчас я с помощью амперметра ток померю. Ну, то есть вот видно, что он спокойно тянет, без всяких. Работают вентиляторы, тут охлаждают лампы. Все как бы в высшей степени культурно. Вот одна лампа, вот вторая. 20-ваттная лампа. Ну, минус КПД преобразователя где-то получается в районе 50 ватт нагрузка, 48. Ну, то, что как бы доктор прописал. Так. Вот сейчас я попытаюсь амперметр зарядить. Кадр. Ой. Секундочку. Ну, вот ярче стало. Сейчас, секундочку. Я тут кручу, кручу до 32. Вот. Поднял я. Как бы поярче сейчас буду. О, 31 вольт поднял, 3 ампера. Вот, полюбуйтесь. 10,9, 31,3 вольта. Работает аккумулятор. Температура это на радиаторах. Все, спасибо всем. То есть, если держит он нагрузку, будь здоров.